Вандализм опять продолжается в Твери. Едем тут, убираемся. Им чистоту наводишь. Вроде как хочется, чтобы лучше было в городе. Урну вырвали. Столбы попереворачивали. Короче, кошмар какой-то. Кофейный аппарат выдернули, поломали. Здесь дети отдыхают, гуляют. Дорожка красивая. Мамочки гуляют с детьми. Просто взяли, все поповерачивали, просто вывернули. Как так можно? Вот еще одна урна. Попытались ее, а вот не получилось видать. Вот кофейный аппарат. Это, видать, не смогли. Это крепко держится. Вот кофейный аппарат поломали, разбили, выломали. Вот нелюди на самом деле. Просто. Красивое место, уточки. Парк классный. Нет, надо, блин, нагадить. Вы у себя дома так поломайте все. Посмотрим, что там вам на это скажут родители. Одним словом, моральные нелюди, которые не развиты в этой жизни и ничего не могут больше делать, как гадить, срать у себя прям, у себя же прям в кровати. Вот и все. Всем доброго дня!